Привет всем, девочки и мальчики. Вот такие мы налепили пельмешки круглые. И я сделала свой фирменный соус. Ну, то есть мамочкин, с детства его знаю. Соленые помидоры очистить от кожуры, порезать произвольно. Добавить немного горчицы, 9% уксуса. Разбавить все бульоном, в котором варились эти самые круглые, черный перчик молотый. И будет вам счастье. Приятного аппетита. Но мне кажется, что это лучше, чем кетчуп без обид. Разве нет?